Снова здорово, господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, и мое отстегивающееся горло, поэтому если я буду кряхтеть, пыхтеть, ты уж извини, не ругайся. И сначала очень хорошие и интересные новости, прежде чем мы с тобой пойдем на великую арену. Это у нас последний этап и первый раунд. У нас объединилось две гильдии, если тебе интересненько. Теперь у нас ГМ почти 150, естественно. Вот, и также у нас появилась Академия. Поэтому, если ты игрок активный, хороший, заглядывай в описание под видео непосредственно, выходи на связь, посмотрим, куда ты хочешь у нас, собственно говоря, в Академию, либо в основную гильдию. Поэтому пиши, не стесняйся, ругаться не будем. Великая арена сегодня нас ждет, я выставился, соперник, к сожалению, тоже. А, еще и зачистил меня. Так, с первого раза у него все получилось. К сожалению, походу, да. Да. Да, и еще раз да. 1373 очеча. Здесь у нас кто? Охотники под боском. Боск, сука, с дзетами. Здесь у нас изгой один, получается. Да, хорошо. Здесь у нас бастилка. Ага, ага. Ну, такой себе отряд, конечно. Так, кого бы выпустить? Давай я посмотрю, примерно прикину вообще, что у пацана есть. У него есть падла. Скорее всего, он ей атаковал. Пачка с ревана. Скорее всего, он опять же ей атаковал. Палыч, жуки. Жуков мог сволочь в оборону выставить. Палыч, Трея. Да, в принципе, я больше никого и не вижу. Слушай, на самом-то деле. Так, 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 так. Давай забираю охотников. Нет, кто у нас здесь? Бастилка. 84 тысячи. 84 тысячи. Нет, пошли мы заберем, наверное, тогда охотников с реваном. Вот так вот я с ревана возьму. А вот генерала Кеноби я брать не буду. Может, получится дополнительных очков немножко заработать. Так, на тебе меточку. Угу. Так, 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 так. Хорошо, сейчас попробуем его вырубить по бырику. Так, Йода, давай еще разок. Красава, Йода, молодец, просто шикарен. Так, раздал, окей, это я понял. На, еще сверху. Давай Кэтбэйна сразу. Молоток. Спасибочки, подожгли меня. Так, давай по толпе. Шикарно. Сволочь, я хотел, чтобы защита-то у меня осталась как бы... А, а может и останется. Так, есть. Все должны быть с полной защитой. 61 очко. 15 победа, первая попытка 30, выжившие боевые единицы 4, неиспользованные ячейки 4, бойцы с полным здоровьем, бойцы с полной защитой. Хорошо. А как 62-то получить? Это мне немножко непонятно. Здесь. Кто здесь пойдет? Вообще, я думаю, что сходить сюда ситхами. Ситхами. Подняхой. И Сионом взять. И... Мола взять. И мародера взять. И убийцу взять. Давай попробуем. Почему бы и нет? Это больно на самом деле было. Вот это я, наверное, зря, конечно, сделал. Вот эти вот хитросплетения, мои хитрые выебанные планы, которые нихера никогда не работают. Убийца ушел сразу, то есть разогнать он у нас никого, естественно, не успел. Если еще и няха сразу уйдет, его не успеет сделать разгон, то это будет вообще прикольно. Точнее, отсос.
Нет, ну разок он успел. Допустим. Ну это очень зря. Это мне стоить будет поражение. Если я проиграю эту битву, то я проигрываю весь раунд. Это я тебе серьезно говорю. Не трогайте няху, пожалуйста. А вы не трогайте няху. А почему он не подлечился? Какого хрена? Он должен был нормально подлечиться. У него ж лидерка. Охереть, охерею. Что-то они друг другу ходы попередавали. Я не понял вообще, что произошло. Так, на ком боль? Здесь боль. Ага, так, минус кто? Ну давай минус дамагера уберем. Допустим. Ну я уже по очкам сильно всираю. Сильно всираю, я двоих потерял. То есть это я не получу? Сколько не получу? А, ну 2 очка только получается, или что? Сейчас посмотрим. Перестаньте нях убить. Так, минус. Очень опрометчиво пошел. Прям очень опрометчиво. До сих пор себя ругаю за это. Надо было идти обычным палыч-паком и не переживать вообще. Да, конечно, бейте няху. Вам же больше заняться нечем, кроме как няху бить, да? Так, идешь отсюда. Так, ну он остался один. Локун. По идее, что он сделает? Ничего он не должен сделать. Ты чем там ходишь вообще? Ты заманал меня, мелкий. Хорош. Что, кстати, на него боль не могу повесить. У него сопротивление такое адское жесткое. Или это обилки от этого мелкого? Не, смотри, повесил нормально. Блин, там было уничтожение готово. Прекрати. 53 очка, охереть. 53 на 9 меньше. Ты я дурак, блядь. Решил выебнуться, называется. Шакти с клонами. Смотри-ка ты, а не зря я древо наоставил. Подожди. Нам надо сюда зайти и посмотреть, кто здесь у нас. Так, древо я не трогаю, палыча я не трогаю. Давай я старых возьму с собой. Где у меня старые, старые, старые? Старые, старые. Вот вы старые. Ой, слушай, вот пока я не забыл, потому что я опять же нихера не поменял. Пока Т3М4 у меня не прокачан, я, наверное, его заменю на... Джухани. Во, вот так вот, хорош. Вообще-то 3М4, конечно, лучше, но он у меня никакущий. У меня, получается, остается 2 пачки. Одна это, естественно, палыч-пак, и вторая это древон-пак. Ну, клонов под шахте я так-то боюсь. Нормально так боюсь. Они, конечно, не сильные, там всего 80 с копейками ГМ. И это сейчас что было? Я, конечно, извиняюсь, а каким чудом они у меня Машку умудрились забрать? Пачка 60 ГМ, как они умудрились забрать Машку? Вы чего? Хорош, Миша раздает. Так, ладно.
Не мешайся тут. Просто в путь разлетает. Бля, как Машка-то ушла? 57 очей. То есть один потерянный персонаж, это у нас сразу минус 4 очка. Бля, тут жуки. Тут жуки. Тут жуки. А на что у тебя дзетка стоит? А, так у тебя лидерка не стоит. Ага. Ну, палычем я этот ряд точно не вынесу, поэтому я пойду древом паком сюда. Получается, палычем надо пробовать вырубать жуков. Но это, конечно, такое себе история. Угу. Ну да, силы не равны были. Силы были не равны. Здесь-то чё? А, так у меня еще и няхи с Сионом же нету, я же их потратил, бля. Ёптель, птеродактиль. Твою дивизию. Вот это я сам себя загнал. Сука. Только если так. Бля, они не завалят жуков. Ух, да, жестко, крепко как. Не, ну здесь мне придется капитулировать, конечно. Как же я провафлился с Няхой и Сионом. Как же так можно было, бля? Что-то я не подумал. Мы же еще смотрели его скалды, я тебе говорю, что может поставить жуков, блядь. Мог поставить жуков. И поставил он этих жуков. И я все равно забираю Няху Сионом и иду непонятно зачем, куда и за каким хером. Да ко все, мне здесь делать реально нечего. Союзные сепаратисты, у меня вообще на контратак, стойкость теперь... Так че, я ничего не сделаю этим графом дупу. Мне все, это кобзда. Я, конечно, попробую, но это бессмысленно. Охо-хо-хо. Кто это ржет? Это ну ржет. Ну, ты давай не ржи. Да не трогайте нут, пожалуйста. Это единственная надежда.
Они сейчас снимут провокацию. Блять, надо было R2 с собой брать еще. Чтобы внутрь прикрыло. А, все, пиздос. Не-не, это бесполезняк. Это все, это я провафлился, короче. Вот я тебе говорил, что вот няху с Сионом взял. Это ошибка была. Вот не надо было их брать. Не надо было их брать. Все, пока. Пока, Бикс. Я напишу что-нибудь хорошее на твоем камешке. Это прямо расстройство, слушай, это прямо расстройство. Сука, притом предварительно же посмотрел склад, знал же, блядь, говорил же, что у них мог быть жуки, что он мог поставить жуков в защиту, и все равно такой пиздец. Все равно такой пиздец. Все равно такой пиздец. Блин, неприятно начинать, конечно, с поражения. Очень-очень неприятно. А, так еще и Явин четвертый. Это еще и... Сука, говнюк. Это же еще и с этого. Скажи мне, я тебе скажу. Это еще и с Альянса при том. Блин, вот это обидно. Вот это обидно. Так, ладно. Ладно, сам виноват. Что я могу сказать? Сам провафлился, сам виноват. Здесь как бы никто мне не виноват, кроме меня, собственно говоря, самого. Ладушки, ребятки, на этом у нас все. Если интересненько, обязательно подписывайся, пиши комментарий, как я протупил, и да пребудет с тобой сила.